От крупнейшего комбината страдают, похоже, не только рабочие, но и казахстанские поставщики сырья. Сегодня на металлургического монополиста пожаловались заготовщики металлолома. Дело в том, что ArcelorMittal Темиртау приостановил закуп. Ну а продавать сырье в Казахстане больше практически некому. Поставщики лома жалуются, что металлургический гигант не вкладывается в собственную модернизацию, поэтому нет роста мощностей. При этом цены на закуп сырья комбинат снижает, но товар вывозит в 3 раза дороже. В Мининдустрии поспешили объяснить, что компания в мае приобрела металлолома больше, чем необходимо, поэтому временно прекратила закуп. Чиновники заявили, что поставщики могут предложить сырье другим 12 обрабатывающим предприятиям. Но на деле все иначе, отмечают бизнесмены. На рынке металлолома, по их словам, царит монополия, где правила диктует иностранный инвестор. Сейчас у нас получаются убытки, мы сейчас не можем платить ни аренду, ни заработную плату, потому что мы зависим от Арселора. То есть если Арселор стоит, мы все как предприниматели должны стоять. Мы сейчас должны ждать. То есть вывести в заграницу продать мы его не можем, а в Казахстане продавать некуда нам, если не будет конкуренции. То ArcelorMittal, он так себя будет вести. Пока не будет конкуренции в виде экспорта, ArcelorMittal не будет думать о своих поставщиках.